Я всего третий год здесь, на осетинской земле. И с первых дней мы устроили такую традицию. И она с каждым разом все укрепляется, как вы видите. И поэтому дай Бог, чтобы она прижилась на многое лето, до скончания века. Вы знаете, это надо людей спросить. Есть такая восточная мудрость: к пустому колодцу люди не ходят. Значит, они получают благодать, получают просвещение, понимают ли, не понимают ли, но они идут с веры и получают от Бога благословение. И это благословение Божие, оно дает им крепость, силу, разумение и, наверное, успех в жизни. Да. Праздник великий. Вы знаете, что Бог создал Адама, Адам согрешил, отпал, и человек потерял и Бога, и духовную свою родину. Но вот пришел вновь Бог на землю, сегодня Богоявление, Отец на небе, говорит: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Во Христе Бог свидетельствует, Дух Святой запечатлевает это. И поэтому мы снова через Иисуса Христа вновь встречаемся с нашим Отцом Небесным, и нам вновь открыта наша духовная Родина, Царство Небесное. Праздник великий. Я поздравляю всех, кто нас видит и слышит, всю православную российскую державу, и желаю мира, благополучия каждому дому, каждому человеку, всем людям доброй воли. Мир, здравия и благополучия. Спасибо.